Может, убьем кого-то сегодня вечером перед завтрашним делом? Да! Знаете, я так просто этого не оставлю! Я вам отомщу! О, Господи! Позвони скорую, чтобы они приехали и помогли Насте! А, черт! А! Помогите! Чё творим, бро? Меня зовут Царь Кионис! И, бро, сразу же переподписывайся на мой канал! Чтобы вступить в мою Суприм банду! Ведь, блин, ты же знаешь, кто не с нами, тот под нами! А я, как вижу, бро, тебе не очень нравится быть под нами! Так что быстрее подписывайся, чтобы быть самой сильной банде на Ютубе! А также сегодня со мной видео снимает Настя! Привет! И банда, все мы знаем про проклятые живые куклы Чак и Аннабель! Чак — это воодушевленная кукла, которая оживает и убивает людей только ради забавы! Аннабель также оживает и убивает, но несет сильное проклятие тому, кто к ней дотронулся! В основном эти куклы оживают в дьявольское время в 3 часа ночи! Ранее мы уже сталкивались с живыми куклами, это был Шериф Вуди и Вилкинс из истории игрушек. Они хотели убить нас, но мы смогли спастись и уничтожить Вуди с помощью куклы Вуду. Ну а сегодня же, банда, я хочу в 3 часа ночи позвонить одновременно Чак и Аннабель и узнать, о чем же таком тайном разговаривают проклятые куклы. Ну а если, банда, мы под этим видео наберем 300 тысяч лайков, тогда я поймаю Чака и разрежу его. И мы сможем увидеть, что же находится внутри проклятой куклы. Так что, бандит, скорее ставь лайк и чекай описание, ведь там ссылки на все мои социальные сети, где я общаюсь со всеми вами. Также там еще иногда выходит секретная информация про проклятых живых кукол. Именно поэтому, бандит, скорее ставь лайк, смотри в описание, мы тем временем звоним этим двум проклятым куклам. Погнали! Итак, банда, надеюсь, вы готовы, на часах уже 3 часа ночи. Именно в это время мы и будем звонить этим проклятым куклам. Тем не менее, банда, просто посмотрите, вот номер Чаки, который мне удалось найти. Вам показывать этот номер я точно не буду ради вашей же безопасности. Потому что кто знает, что с вами может произойти, если вдруг позвоните на этот номер. А на втором телефоне находится номер Аннабель. Тем не менее, банда, давайте теперь им позвоним одновременно. Что ж, я уже звоню им одновременно. Надеюсь, что они возьмут трубку. Тем не менее, банда, пока что еще никто не ответил. Знали бы вы, как я сильно переживаю сейчас, потому что это реально две куклы-убийцы. Тем не менее, вроде бы одни гудки, никого нету. А кто это? Черт, я не беру трубку. Кто ты? Это Аннабель. О, Аннабель, это ты. Чаки, почему ты звонишь с незнакомого номера? Я тебе не звоню. Это ты мне позвонила. Что тебе на этот раз нужно? Я приняла звонок от тебя. Что за бред? Говори, что надо. Мне от тебя ничего не надо. Я не звонила тебе. Что ж, значит, кто-то вас прослушивает. Наших секретных номеров телефона ни у кого нету. Значит, среди нас крыса. Неважно. Ты готов к завтрашнему делу? Да, убивать людей – мое любимое занятие. Особенно, когда это чьи-то дети. А что с теми детьми из подвала? Все мертвы. Я засыпал их трупы хлоркой. Я никогда еще не чувствовал себя таким живым. Ага, ты был живым около 2 минут. Так быстро я еще никогда не убивал 8 детей. Когда я разрезал их кишки и снижал в пар. А что же ты сделала с тем связанным ребенком из холодильника? А, он умер. Замерз насмерть. Так хотелось перерезать его горло. Его родители хотят обменять на старшего ребенка. И ты согласна на это? Да, когда они придут, я убью всю семью. Это правда. Их жизни никогда ничего не стоили. Можем убить хоть всех детей в мире, никто нам ничего не сделает. Может, убьем кого-то сегодня вечером перед завтрашним делом? Да, но что скажет Тиффани? А ты... у вас за дело? Что
Что вы собираетесь делать завтра? Кто ты такой? Я ничего не скажу, отвечайте мне! Нет, за что? Я же ничего не сделал! Плевать, ты слишком много знаешь! О, черт! Окей, ну все же, что у вас завтра за дело? Что вы собираетесь делать? Это ужасно! Вы не можете так поступить! Вас же остановят! Еще как можем, мы начнем мстить! Что? Нет, вы не можете, я... Вы нас не остановите! О, черт, о чем ты? Я еще живой! Ненадолго! О, черт, банда, они просто отключились! Вы слышали их? Они сумасшедшие! И они уже с минуты на минуту придут сюда! Нужно срочно их как-то остановить! Черт, банда, вы видели это? Они взяли трубку от меня! Их голоса были такие жуткие, что у меня прям бегали мурашки по коже! Тем не менее, они теперь хотят прийти и убить меня только из-за того, что я послушал их планы! Это очень странно, посмотри! Мне кто-то звонит, это доставка! Но что им надо в 3 часа ночи? Бери! Окей, я беру трубку. Да? Ты что-то заказывал? Нет. Что? Хорошо, жду. Да, отлично, до встречи. О, черт, это очень странно, что им надо в 3 ночи. О, господи, ты слышала? Что? Он же сказал, что будет с минуты на минуту. Почему он уже под моими дверьми? Этот курьер явно что-то скрывает. Тем не менее, давай посмотрим. Давай, что там? Вроде бы никого нету. Окей, банда, давайте ему откроем. Надеюсь, что там будет стоять курьер, а не Чаки. Просто коробка, но где курьер? Здесь никого нету, что за бред? Окей, давайте ее заберем домой. Черт, она тяжелая, как будто там очень много еды. Нужно срочно ее открыть и посмотреть, что там. Держи. Еда в коробке, это очень странно, банда. Ранее нам так никогда не доставляли. Неужели там будет так много еды, хотя вроде бы даже ничего не слышно. Давай откроем. Да, сейчас. Что это, еще один курьер или что? Уже второй раз мне звонят двери! Вдруг это Чаки? О, в таком случае лучше ему не открывать дверь! Давай быстрее! Черт, кто там? Надеюсь, что это не Чаки! Это курьер, Настя! Открывай! Окей, да, сейчас! О, господи, добрый вечер! Это мне, спасибо! Еще один курьер? Не знаю, похоже на то! 2 курьера подряд, банда, это очень странно, но что он доставил? О, это кофе! Точно, я же заказывал, чтобы мне каждый день 3 часа ночи доставляли кофе! Но погоди, что тогда в той коробке, которую нам доставили перед ним? Неужели это все проделки Чаки? Быстрее к ней! Да, давай! О, черт, вроде бы ничего не видно, посмотри! Это реально был Чаки, он нас обманул! Он был в этой коробке и теперь выбрался! Это все ебать! Его проделки, банда, и теперь он где-то в нашей квартире. Нужно быстрее его найти. Где их теперь искать, банда? Я без понятия. Они же могут быть где угодно. А что, если Аннабель уже в нашей квартире? Нужно обыскать все комнаты. Идем быстрее. Да, давай. Чаки, Аннабель, где вы? Выходите. Выходите. Мы вас не боимся. Господи, куда же они могли деться? Эй, Чаки, Аннабель. Окей, я без понятия. Возможно, в этой комнате их нету. Давай пойдем искать дальше. Да, давай. Нужно еще исследовать ванные комнаты, ведь Чаки может открыть вентиляцию, и тогда Аннабель влезет в нашу квартиру. Я тогда осмотрю свою ванну. О, отличная идея, я начну своей. Посмотри, что это? Там открыт балкон и включен свет, ты же тоже это видишь. Да. Господи, неужели Чаки здесь? Черт, банда, просто посмотрите, вот они стоят. Чаки помог Аннабель влезть в квартиру, ты же тоже это видишь. Да. Это такая жесть! Он реально привязал ее, вытащил на 10-й этаж! Лови их быстрее! О нет, Настя, они заметили нас! Они прямо сейчас смотрят на меня! О, господи, нужно бежать! Да, я с тобой согласен! О нет, Настя, они сбежали! Они куда-то делись! О, черт, банда, как так быстро? Они же только что были здесь! И вот эта веревка, которая была привязана Аннабель! Но где они теперь? Их реально больше нигде не видно! Это очень странно, банда, что вообще происходит? Неужели они опять выпрыгнули в окно? Их просто нигде не видно. Черт! Если бы они выпрыгнули из окна, ты бы их увидел. То есть ты хочешь сказать, что они уже в нашей квартире? Все возможно. Нужно обыскать каждый уголок. О, черт, тогда нужно это сделать быстрее, пока они еще что-то не натворили. Да. Тогда я думаю, что нам нужно разделиться. Ты обыщешь обе ванны, я начну из спальни и закончу кабинетом. Да, хорошо. Окей, я думаю, это отличная идея. Так мы их очень быстро найдем. Главное только, если вдруг ты увидишь кого-то из них, то сразу же кричи. Да, конечно. Это отличная идея. Давай начнем. Только будь аккуратнее, Настя. Да, хорошо.
О, черт, банда, я так переживаю. Вы только представьте, живые куклы Чак и Аннабель в моей квартире. И где они сейчас, я без понятия. Они даже могут напасть на меня в любую секунду. Это же реально опасно. О, черт, банда, это Аннабель. Нет, стой. Она закрыла дверь. Отпусти ручку, Аннабель. Я не могу открыть дверь. Она меня здесь просто заперла. Только не это. Настя, Настя, быстрее. О, черт, только не это. Что? Ты еще что здесь делаешь? Мы пришли убить тебя. Ты умрешь сегодня здесь перед большим делом. Ты просто живая кукла, ты мне ничего не сделаешь. А даже если попытаешься что-то сделать, я быстро тебя уничтожу. Ты будешь хорошей разминкой. Думаешь, ты такой храбрый? Что за бред ты говоришь? Черт, нет! Отпусти меня! Черт, отстань от меня, гребаная игрушка! Черт, он сумасшедший! Нет, отпусти меня! Нет! Оставайся там! Только не эта банда, черт! Гребаный шизофреник, даже не думай ко мне подходить! Оставайся на месте! Черт, я уперся в что-то! Нет! Оставайся на месте! О, черт! Ты ни за что меня не убьешь! О, господи, нет! Черт, отпусти меня! Отпусти меня! О, черт, на! Получай! На! О, господи, такая жесть! Быстрее, банда! Нужно еще спасти Настю! Там где-то Аннабель! Нужно быстрее ей помочь! Но где она? На! Настя, ты где? О, черт, неужели уже поздно, банда? Просто посмотрите, что делает Аннабель! Я сейчас всем помогу, Настя! О, черт, давай! Просто посмотрите на эту куклу, банда! Это же полная жесть! Ты как, в порядке? Болит! О, черт, я в шоке, когда увидел, что с тобой делала Аннабель! Но меня только что чуть ли не убил Чаки! Нужно остановить эти две куклы! О, черт, куда она делась? Она же только что была здесь, Настя! О, господи, нет, что ты собираешься делать? Даже не вздумай! О, нет, она выключила свет! Но куда она делась? Она же только что была здесь, Настя! О, черт, что это? Неужели ты обрезала горло? Еще этого не хватало, черт! Нужно срочно позвонить скорую, эй! Ты живая? Господи, где мой телефон? Нужно быстрее ей помочь! Я просто в шоке! Где мой телефон? Он здесь! О, черт, они реально разрезали горло Насти! Мы видели это! Ну уже давай быстрее разблокируйся! Это такая жесть! Нужно быстрее вызвать скорую помощь! Пока еще не поздно, потому что сейчас каждая минута на счету! Окей, я уже им набираю, надеюсь, они мне быстро ответят! Ну уже, пожалуйста, возьмите трубку! Это уже не шутки! У нас огромные проблемы! Окей, тут гудки! Пожалуйста, ответьте, скорая помощь, быстрее! Почему они все еще не взяли трубку? Тут реально умирает человек, они мне не отвечают! Это такая жесть, банда! Ну же, пожалуйста, что это? Почему они мне не отвечают? Вот эти убийцы, Чак и Аннабель! Знаете, я так просто этого не оставлю! Я вам отомщу! О, господи, вы видели эту банду? Он только что повернул голову на меня! Это реальная кукла-убийца живая! А сейчас нужно быстрее куда-то спрятаться! Господи, нужно быстрее спрятаться, пока не поздно! Вы просто видели этого Чаки! Он повернул шею, как будто живой! У меня все еще мурашки по коже бегают от его взгляда! Тем не менее, банда, их вроде бы не слышно. Похоже, что я хорошо спрятался! Нужно быстрее позвонить в скорую, чтобы они приехали и помогли Насте! А то каждая минута на счету! Черт! Помогите! Нет! Нет, отпусти меня! О, господи, это Чаки сумасшедший! О, черт! О, господи, я сейчас придушу! Тебе конец, Чаки! О, черт! Я выбросил Чаки в окно! О, господи! Его вроде бы нигде не видно! Куда же он исчез? Окей, тем не менее, банда, нужно быстрее отсюда уходить! Еще Аннабель где-то в квартире! О, черт, Аннабель! Что ты здесь делаешь? Я отомщу тебе за Чаки! Ты умрешь! Ты не сможешь меня убить! О, черт, Настя! А ты жива? О, господи, нет, только не это, очнись скорее! О, черт, вы видите ее! Она реально помогла мне поймать Аннабель! Нужно быстро вызвать скорую! Это такая жесть, банда, вы видите это! Настя все еще жива, нужно быстрее позвонить в скорую, чтобы они приехали, даже самому ее отвезти! Тем не менее, банда, давайте быстрее, вот вспомните от прошлого видео! Это идеальный комментарий, вы сами это знаете! Если вы хотите попасть, то просто пишите комментарий, ставьте лайк, колокольчик! И бро, по мне одна, оставайтесь такими шикарными, пока!